Раньше, когда я был богатым, мне было безразлично, сколько стоит сыр. Но я не знал, где взять такого сыра, который есть у меня сейчас, который я ем бесплатно, потому что его делают мои дети, а я уже давно бедный, и мне даже и не нужно платить за сыр. То есть получилось, что когда я был богатым, у меня были деньги на сыр, у меня не было такого сыра. А когда я стал бедным, у меня нет денег, у меня есть такой сыр. И получается, что я сейчас богатый, что у меня есть такой сыр и такое вино, которым я и мечтать не мог, когда был богатым. Вот такой удивительный парадокс.